является точно такой же спортфит. Абсолютно. Если его не бодяжить. У нас просто бодяжит. Поэтому получается такой тухляк. Вот. Да, вы разоритесь от детского питания. Конечно, есть ток. Но, блядь, накупить спортивного боя, детского питания, это надо миллионером быть, чтобы качаться на детском питании. Ну что, смеетесь, что ли? Это, я не знаю, как долларами печку. Одна баночка стоит 70 рублей. Да, это надо как долларами печку топить, покупать детское питание. Че, блядь, это жопа, как дорого стоит. Протеин, блядь, банку купить намного дешевле, чем детского питания. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть состав. Что вам нужно? Состав просто нужно смотреть. Сывороточный белок, он в любой стране мира, сывороточный белок. Самое главное, чем он разбодяжен, блядь. Если там идет 80%, да, концентрация сывороточного белка в нормальном продукте, это хорошо. А если там концентрация, блядь, процентов 20-30, как у нас бодяжит, это хуйня. Ребят, да блин, сейчас проводили исследование. Блять, я все никак, у меня руки не доходят. Надо взять информацию. Какое-то крупное исследование было. Сравнивали генетик с оптимум. Генетик лучше по составу показал. Да, немножечко вас вниз шмальнуло. Разбираются, они сразу поймут. Ребят, я вот вам объясню такую вещь. Не буду называть бренды, но объясню. Просто буду называть страны.